нет. А просто вот здесь остановку установили, вы не знаете, когда это было? Это где-то было ближе к концу лета. К концу лета. А зачем они здесь установили, если здесь нет остановки? И появился вот на столбе вот этот значок, эвакуатор там. Видели? Ну, да. И остановка появилась, но пенсия, все довольны, идут люди с сумками, сели отдохнули, дальше пошли. А, ну просто здесь транспорт общественный не останавливается ведь. Я выхожу, всегда маршрутку здесь голосую вечером. Ага. Но она может и не остановиться, проехать мимо. Наверняка то там. Но вас не смущает, смотрите, здесь остановку установили, остановочный комплекс, несмотря на то, что остановки нет общественного транспорта, а там вот через дорогу, где остановка есть, да, там установили вместо остановки простые лавочки. Вот как по-вашему это? Все лавочки давно стоят. Давно, да, но почему бы там не установить остановку, да? А места нет. А. Там ведь, смотрите, какие еще в старые времена крыльца сделаны. Да? Ну, понятно. С ограждениями еще вот эту хламиду подставь, там людям не пройти будет. Ну просто здесь-то она и ни к чему получается. А здесь была хорошая остановка такая под козырьком, но когда вот киоски убирали, тогда было время, киоски обязаны остановку были делать. Киоск уехал, остановку забрали, а люди приходили здесь, беседовали, газеты обсуждали и очень жалели. Может, им из-за этого дошло до них, и они это сделали ее.